Привет, бро, меня зовут Пузи, и добро пожаловать в Vehicle Simulator в Роблоксе. Сегодня мы с тобой продолжим прокачивать нашу Bugatti Veyron. И вы сейчас думаете, откуда у тебя Bugatti? Я вам сразу же скажу, что вам нужно перейти по ссылочке в описании и посмотреть предыдущую серию. Ну а сейчас мы с вами заспавним нашу тачку и будем опять же ее апгрейдить. И в этой серии мы уж точно всех выиграем, потому что мы с вами молодцы, у нас есть супер классная тачка. Смотри, у этого чувака тоже Bugatti, кстати. Вау, классная проапгрейдженная Bugatti. Окей, стартуем с тобой. Для начала нам нужно с тобой приобрести себе немного кэша, потому что мы собираемся много-много влить в нашу машинку. Нажимаем на стор и покупаем себе... почему бы не купить себе миллион за 700 робоксов? Окей, покупаем лямчик. Короче, мы раскрасим нашу малышку просто на ура. Так. Нажимаем с тобой modifications и сразу же покупаем себе максимальные комплектации. Людарикс. Это вроде бы управление нашей машины. Или же это у нас моторчик. Я это точно не помню. А здесь я вроде бы ничего не покупал. Но давай мы с тобой купим брейкс. Это контроль. Контроль тачки. Нитрушку сразу же покупаем максимальную. Ракетное топливо. Это будет вообще безумие, мне так кажется. Турбочарджер мы тоже покупаем максимальным. Он стоит 75 тысяч. О май. Это очень много. Tire Smoke Cola. Это цвет нашей выхлопной трубы. Точнее огня, который будет оттуда извергать. Выберем себе... Ну, давай фиолетовый, да, фиолетовый цвет. Ну, как же? Конечно, Пози всегда это делает. Трансмиссия, что это у нас? Оу. Это коробка передач. Окей, заапгрейдим коробочку. Шокс. Так, это у нас амортизаторы. Да, это же у нас амортизаторы. О, то чувство, когда ты не разбираешься в машинах. Хорошо, нам нужно все заапгрейдить по максимуму, вообще все. Монстр-трак. Ставлю сразу же. Камбер. Так, это что у нас? Я пока что не понимаю, на что это влияет. Ну ладно, пусть будет. Мануал. Это мы с вами не купим. Хотя, может быть, даже возьмем. Окей, купим. У нас есть еще 800 тысяч. Мы все по максимуму прокачиваем. Аэроконтрол у нас куплен. Турбо-джамп. Хорошо, тоже покупаем. Эджектор сит тоже покупаем. Эксплозив. Вау! Дым пошел из нашей тачки. С4. Хорошо, берем. Это вроде бы смоук, да? Смоук. И хорн. Что это? Хорн. А, бибикалка. 250 тысяч. Тоже покупаем ее. Все, мы максимально заапгрейдили наш Bugatti Veyron. Теперь этот Bugatti будет развивать до 500 км в час. Примерно. И, возможно, это даже самый минимум, который мы можем сделать. Окейушки, я хочу сменить цвет нашей машины. Хочу сделать ее либо более красной или... Ну, я даже не знаю. У меня просто нет идей никаких. Да. Смотри, какая у нас яркая точила. Это Позимобиль. Опять же, яркость на максимум. И делаем такой же цвет, который мы сделали и сверху. Интерьер. Так. Это салон, да? Это то, что у нас будет отвечать за салон? Даже не знаю. Интерьер. Какой у нас будет салон? Ну, не желтый. Давай чисто на белом салоне. Будет выглядеть очень красиво. Белый салончик с максимальной яркостью. Это максимально футуристичная точила. Так, римс. Насыщенность сразу же сделаю побольше. Диски. Чисто белые диски будет не особо интересно. Фиолетовые под неон. Нет, тоже. Давай зеленые. Кислотно-зеленого цвета. Хотя нет, странно выглядит, очень странно, некрасиво. Второй раз я апгрейджу свою машину. Может быть, вот такого чисто медного цвета? А с чем у нас этот цвет гармонирует? Ну, с фиолетовым нет. Ну, хотя, ладно, окей. Окей, оставим так. Мне нравится, чисто тыкнул на рандом и мне нравится. Спойлер. Мы можем купить себе спойлер. За 100 тысяч сразу же покупаю себе самый лучший спойлер, который вообще здесь есть. Неон. Сразу же покупаем с тобой неоновую подсветочку себе. Я возьму себе фиолетовую подсветку, да, чисто под колеса. Или может быть синюю, или может быть белую. Да не, белая так себе. Красная подсветка тоже так себе. Окей, будем делать максимально неоновую подсветочку. Хорошо, пусть будет она у нас светиться неоном. Тюн наших окон. Ладно, не надо. Выбираем цвет наших фар. Так. Я сделаю фиолетовые фары. Вот больше вот такого цвета. Вот, к сожалению, здесь камеру невозможно как-то зафиксировать. Ну ладно, пусть будет так. И лицензионная плата. Ну, плату переписывать нет смысла. Готово. Мы прокачали наш точилу. Выезжаем. Сейчас будет просто безумие. Готовьтесь. Итак, помните, что мы с вами разгонялись максимум до 250 км в час. Сейчас мы с вами будем ехать на максималочках. Просто на максималках.
77? Что это означает? Не понял. Почему я еду максимум 77? Че, может, чего? Что? Возможно, это та штука ВЛТ, которая называется. Она не дает нам переключать скорость. Мне это не нравится. 81 км в час я еду на первых скоростях. Че? Нет, спасибо, ручная коробка мне не нужна. С чем же я здесь накосячил? Ладно, аэроконтроль выключим. Турбоджамп выключим. Эджектор сит выключим. Эксплозив. Пусть будет. Вот эту галочку тоже уберу. И мануал тоже уберу. Все, готово. Кажется, наша машина должна работать нормально после этих настроек. Где-то я допустил косяк, который я не могу сам исправить. Вот вы представляете, да? Не могу, не получается. Вот до скольких? До 80. О, все, кажется, мы все исправили. Итак, давай, вторая скорость, третья. Четвертая, детка, давай. Вот это разгончик бешеный. 200. Давай, 3 соточки сделаешь. 250? Чё за отстой? Это какой-то отстой. Ладно, полетели в космос! Ууу! Вот это я улетел. Не знаю, наверное, этой скорости будет достаточно. Мы даже можем плавать под водой на этой машине. Представляешь, насколько она многозадачная? 16 км в час передвигаемся под водой. А с турбиной? А с турбиной все 20. Не суждено мне управлять настоящей Bugatti Veyron. Из серии в серию я попадаю именно сюда. Вот почему, я без понятия. Да, чисто один на один с этим чуваком погоняем. Я вижу, у него классный тоник стоит. Классно он так протонировал свою тачечку. Посмотрим, на что он будет способен. Сможет ли он так же, как и я? Так, стоп, мимо, мимо, мимо. Извините, мимо, мимо. Давай, гонки, один на один, чисто. Честная гонка. 3, 2, 1. Так, я беру сразу же разгон. Давай. Давай, турбину использую! Он быстрее на разгон идет. Как? Как он быстрее? В чем фишка? У него даже машина не такая, как у меня. Хотя у меня Bugatti. Может быть, есть смысл пошаманить свой Porsche? Ладно, надо будет потом посмотреть характеристики нашей машины. А пока что мы с тобой пойдем исправлять то, что мы с тобой допустили. Акватик дилершоп. Кстати, я там еще ни разу не был. Мне всегда было интересно, что это. Это катерочки, да, продаются? Может, взять себе катер? А? Ну, почему бы и нет? Просто будем творить безумие. Здесь можно купить Jet Sky. Это же водный скутер. Хорошо, давай возьмем в синей раскраске. Окей, у меня теперь есть водный скутер. Хочу на нем прокатиться. Мы, кстати, максимально наши Bugatti заапгрейдили, поэтому даже не знаю. Там есть какой-то остров. Что это там? Поехали! Ну что, девчонки, здесь никого нет на пляже. Окейушки, сейчас мы с тобой погоняем, какая максимальная скорость у нашего гидроцикла. 150 соточка километров в час, вот чисто стабильно. Стабильно и честно, окей. На Space мы, кстати, можем даже подпрыгивать, по воде прыгать. Уу! Интересно, а получится у меня вылететь прямо на сушу? Хоба! Поехали, 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 давай, газуй, газуй, газуй! О-о-о, вот это гонки, спарки, вот это гонки! Ладно. Да, бывает немного. Простите, слегка наркоманит. Стопы, 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 стопы. Нужно 4 человека. Наберутся, не наберутся? Да, наберутся еще как! Так, у этого чувака Bugatti, у меня Bugatti. У него, кстати, подсветка такая лютая вообще. Газики выпускает. Игра начнется через 8 секунд, эта гонка. О май гад! Так, сразу же турбиночку используем. На старте используем. Начинаем таранить чуваков. О-о-о-о-о-о-о! У меня движок уже искрится! Офигеть! 200, 250, офигеть, 300 километров в час! Уау! Стой! Я вылетел, нет, я вылетел. Так, респавн, 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 зажми кнопку R для респавна. Давай, респавнимся, поехали, поехали, я не буду последним. Я не буду последним и не буду первым. Окей, это уже хорошо. Так, до 300 разгонимся. Вот это я понимаю, мы поехали с тобой по трассе. Ты это видел? О-о-о-о! Из-за того, что тачка очень неповоротливая, мы с тобой немного фейлимся. Давай, давай, давай. 300 разогнался. Офигенно, спорт режим просто на 200% работает. И бортики меня спасают. Давай! Нет, 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 нет. Я мимо финиша проехал. Капец, 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 капец. Стой, 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 разворотик. Так, поехали, опять на разгоне. Второй круг пошел. О, нет, мне кажется, я последний. 3 из 5. А-а-а! Тачка переворачивается. Стой, 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 стой. R для респавна. Зареспавнились.
Хорошо, что я собрал чекпоинт. Фу, тогда я понимаю, летние гонки в Роблоксе. Для начала это было очень неплохо. Давай! Третье место я занял! Недружка даже не успевает собираться, я сейчас вылечу! Вылечу! Нет, я не вылетел. Ух ты, ё-моё, матрёшки-какёшки! Так, сбавлю немножко обороты. А, я на третьей позиции. Этот чувак читерит. Явно видно, он телепортируется. Поехал по бортику. Второе место. И да! Второе. А, нет, нет, респаун. Я занял первое место? Чего? Пози Брос на первом месте? Я же был все время на третьем месте. Как это? Пози Брос на первом месте. Я на 5 секунд оторвался, ты прикинь? Вот это я быстрый. Хорошо, я хочу еще одну финальную гонку. Моя нетрушка способна на многое. 350 км в час мы разогнались. Ты понимаешь, мы летели, мы даже по стенам ехали. Я в шоке, у меня впервые просто такая гонка. Вот сейчас будет просто безумие, чуваки. Сейчас будет самая жесткая гонка за всю нашу историю. Очень много людей участвует в ней. Даже спидигонщики, чуваки, которые на мотоциклах. Фу, ну что ж, Бугатти Вейрон, давай. Я тебя заапгрейдил, я тобой буду управлять. Сразу же используем! Давай, мы вырвались! На первой позиции, неплохо. Я вижу, что я с кем-то таранюсь, с кем-то таранился. Так, на поворотах немного сбавляем нетрошку. И на ровной дороге разгоняемся. Разгоняемся, 350. Так. Оу, щит! До следующего чекпоинта не доеду. Капец, мне хана. Чуваки на поворотах просто погибнут. Я вижу, я не один такой. Со мной еще какая-то ламборджини зафейлилась. Ох, ё-моё, вот это его там расколбасило. А я тем временем опять же разгоняюсь. Главное не поворачивать. Просто зажать кнопку вперед и ждать, когда у тебя накопится нитро. Обогнал мотоциклиста. Это было просто, это было очень просто. Четвертая позиция у меня. Сразу же респаун. Давай. Поехали. Не теряем времени. Настоящие уличные гонки. Это вам не хухры-мухры. Я даже, возможно, побью свой рекорд. Моя тачка настолько быстрая, что я уже чуваков, которые меня обгоняли, обогнал. Офигеть! Я, кажется, на первом месте снова еду. Я не знаю, я по второму кругу мотоциклиста обгоняю. Так, спокойненько. Опять нетрошечку. До 300 км в час. Так, вдоль стенки. Врезался в типа, я не хотел в тебя врезаться. Я на первом месте! Есть, я вырвался! Офигеть! Это как он? Это как он вообще? Это как? Нет, я вылетел за границы карты. Это финальный круг, а я фейлюсь, я так фейлюсь, глупо. Фух, ну хоть меня ламба не обогнала. И давай! Третье место плюс 2500. Ну, такое себе занятие. Ладно, пока что у меня получается только третье места занимать. Но если вы захотите продолжение, то обязательно поставьте свои лайкосики и ждите следующей серии. Адьос! Playtime!